Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Значение буквы «Ш» в имени говорит о спокойствии и стабильности, тонком чувстве юмора, аналитическом складе ума. Люди с буквой «И» часто не умеют контактировать с людьми, но это не мешает окружать себя преданными товарищами. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Эти люди часто чувствуют себя проигравшими и разочарованными, поскольку их предназначение состоит в том, чтобы занять высокое положение. Они не смогут смириться с обыденностью, усердностью, а главное, никогда не останавливаться на пути к духовному, интеллектуальному и материальному совершенству. Способность не обманываться видимостью, а вникать в существо. Человека более отзывчивого, чем обладатель имени с согласной буквы «Х», вы не встретите. Они всегда стремятся действовать. Этому человеку трудно подниматься по служебной лестнице, и поэтому он порой ищет возможность реализоваться в свободном творчестве. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Буква «И» в имени говорит о неполноте и чуждости. У человека повышена чувствительность к тому, что говорят о нем люди. У них внутренняя установка преуспеть в жизни собственными силами, завоевать авторитет, независимую позицию в жизни. Они отличаются смелостью и умением достигать цели. Обожают путешествовать, предпочитая при этом поездки на автомобиле, так как их успокаивает шелест шин. Буква «И» в этом имени провоцирует на импульсивные приступы страха за благополучие своего тела, боязнь остаться без денег или другие не столь важные для привычного мира моменты. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Люди с шипящими именами одарены в области изящных искусств, имеют хорошие артистические данные, обладают врожденным чувством такта, никогда не заденут чужого самолюбия. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способны достичь больших успехов. Показателем деловой активности, силы характера и требовательности для обладателей этого имени является число 8. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.